Уважаемые коллеги, сегодня на самом деле очень хороший день, потому что сегодня так сложилось, что и День города, и День России, два очень позитивных патриотических праздника в один день. У нас очень молодая история сотрудничества между нашими городами. Да, ровно год назад этот день мы подписали соглашение. У нас есть уже результаты. Мы очень рады тому, что благодаря поддержке губернатора, Министерства образования, наши дети учатся у вас. Дети приезжают с огромным количеством положительных эмоций. Значит, в этом году я надеюсь, что мы реализуем уже проект, который также мы в прошлом году обсуждали при подписании с вашими коллегами. Открытие торгового дома Молдова или торговый дом Бельцы в Нижнем Новгороде. Все знают нашу продукцию еще с советских времен. То есть есть вещи в сельском хозяйстве, которыми мы гордимся. Это наши фрукты. Также другие производители будут представлены в этом торговом доме. Я хочу от всего, от имени всех бельчан, от имени граждан Молдовы поздравить вас с Днем города. Вы очень правильно отметили, что, будучи закрытым городом, вы, скажем так, наверстываете там то, что делали другие города раньше вас. Но вы идете уверенно вперед. Каждый год у вас новые лица, новые делегации. Мы гордимся дружбой с вами и сделаем все для того, чтобы сотрудничество между нашими городами и странами только развивалось. Спасибо вам, Слава. Несмотря на то, что примар Бельцы Ренат Усатый фактически оказался сослан действующей властью, он прилагает все усилия для развития северной столицы. 12 июня председателем нашей партии был проведен ряд встреч с руководством Нижегородской области. Напомним, что Усатый в понедельник принимал участие по приглашению администрации Нижнего Новгорода в мероприятиях, приуроченных ко Дню города. Ренат Усатый поблагодарил нижегородских коллег за теплый прием, который был оказан бельским студентам, приехавшим в прошлом году учиться в Нижегородском инженерно-экономическом университете на бюджетной основе. Это стало возможно благодаря соглашениям, которые были подписаны бельской администрацией с губернатором области и нижегородским руководством. Подписали соглашение, разработали дорожную карту по развитию наших отношений в Нижегородской области с бельцами. Но я вижу, как сейчас развивается наше совместное действие, в частности, в области образования. Много ребят обучается в нашем инженерно-экономическом университете. Мы на самом деле любим Нижний Новгород, мы восстанавливаем все то, что было кем-то утрачено, кем-то забыто. Огромная благодарность вам от всех родителей, чьи дети учатся у вас. Я их навещал в Княгинино там несколько месяцев назад. Им реально очень нравится. Руководство Нижегородской области также окажет содействие в открытии ресурсного центра в Бельцах. Там будут готовить профессионалов по специальностям различного профиля. В Молдове подготовку подобного уровня сейчас нельзя получить ни в одном учебном заведении. Наши специалисты, которые приезжали несколько раз, значит, очень понравились ресурсные центры, которые мы видели. То есть Министерство образования и в коронавирусном переносном смысле слова, то есть они прям рвут в хорошем смысле, то есть они Ренат Усатый обсудил с губернатором Валерием Шанцевым и план открытия торгового дома «Бельц» в Нижнем Новгороде. Валерий Павлинович уже дал поручение на эту тему. Мы видим, что и товарооборот между нашими территориями растет. Первый квартал 2017 года вырос на 30%, наверное, самый еще очень небольшой, но я думаю, что это начало потенциала нашей территории, они
гораздо более мощные. Кроме того, осенью этого года в Бельцах пройдут сразу два международных форума – инвестиционный и урбанистический. Приедет на эти масштабные мероприятия и нижегородская делегация. Правительством Москвы было принято решение на прошлой неделе, значит, провести экономический форум в Бельцах в сентябре месяце. То есть будет экономический форум и касаемо урбанизации, значит, урбанистический форум. Обсуждали участие Нижегородской области, Санкт-Петербурга и правительства Москвы. В заключение, как подчеркнул Усатый, движемся вперед и развиваем сотрудничество между нашими городами. Как видите, оно уже начало приносить плоды, а впереди реализация еще очень многих планов. Дружба между Бельцами и Нижним Новгородом будет крепнуть. Председатель нашей партии подчеркнул, что договор о побратимстве с Нижним Новгородом подписан всего год назад, однако уже приносит свои плоды.